Бронза. Бронзочка Кусен 8. 45 миллиметров. Охрененный корпус. Вот это будут котлы. Вот это будут котлы, друзья мои. Скоро покажу, что я замучу в этом суперкорпусе, а? Бронзочка 45 миллиметров. Будут часики изумительные. А сегодня, друзья мои, сегодня я наконец-то покажу, и мы сделаем троицу замечательных часиков, тех, которые я очень давно анонсировал. И будем исправлять, пытаться исправлять китайский косяк. Китайский, друзья мои, косяк. Здравы! Здравы будьте, братья и сестры мои во Христе. Здравствуйте, мои дорогие. Но вы же опять на канале Юра и Юра. И с вами дядя Юра. Это я. It's me. Друзья мои, други. Наконец я разгреб практически все. Текущие заказы, там еще какие-то свои наработки. И дошли, наконец, руки начать сборку давно мной анонсированных часов Хамаш на тему Omega Seamaster Aquaterra GMT World Timer. World Timer, друзья мои! Если не знаете, сейчас покажу. Мы перейдем с вами к компьютеру. Я покажу вам картиночку. Очень интересные часы в оригинале. Ну и надеюсь, у нас тоже получится не хуже. Но, друзья мои, как я и сказал, будем исправлять китайский косяк, китайскую ошибку, которую они допустили в своем стремлении. Вот я уже ранее говорил, да, что они точное копирование. Вот это точное копирование сыграло с ними, ну, на мой взгляд, некую злую шутку. Потому что они скопировали циферблат настолько точно, что есть небольшое там неправильная вещь. Неправильная, да? Почему? Я вам сейчас объясню популярно на картиночке. Но так вот на словах сейчас скажу, что в Омеге, в натуральном виде, в натуральной Омеге, в оригинале, вот в этой, в GMT Акватерре, там циферблат состоит из трех частей. Из трех. Да, то есть это наружный большой диаметр, круг, где все метки. Дальше, друзья мои, идет дальше кольцо GMT. Кольцо, друзья, не стрелка GMT, которая показывает второй часовой пояс, а Омега сделала кольцо GMT с расцифровкой, которое закреплено непосредственно, отдельно и вращается. Вот эти циферки вращаются и тем самым показывают второй часовой пояс. И в центре идет третья часть циферблата, на котором нанесен в оригинале на титановой пластиночке круглой лазером сделан глобус. Реальный натуральный глобус нашей матушки Земли. Очень симпатичные, красивые часы, интересные, оригинальные. Я вам их покажу сейчас на картинке. Как обычно, у меня оригинала нет. Так вот, китайцы, как обычно, все копируют. Все пытаются сделать. И они взяли, друзья мои, вот понимаете, в чем их ошибка? У них по всей видимости, я вот просто вангую, даю 99,9%, что у них на руках не было этих часов в оригинале. То есть самих часов. И они тупо скопировали этот циферблат, эту картинку с интернета, вот как были, знаете, вот реклама, вот сейчас я вам покажу, рекламные часы, фотографии делают, вот оттуда они тупо взяли и слезали. То есть скопировали там, стрелки потерли, напечатали циферблат целиковый, не состоящий из трех частей, как в оригинале, а целиковый циферблат. И все. И даже уже сейчас выпускают с ним, я видел какие-то там китайские фирмы, готовые часы. Вот с этой допущенной ошибкой, вот в погоне за точным копированием. Они даже не доперли, что у них одна деталь в этом циферблате неправильно. Точнее, она стояла правильно на фотографии. Как ее выставили, так она и стояла. А они также и скопировали.
Короче, друзья мои, сегодня приступаем и будем пытаться исправить эту ошибку технически. Мы не будем там что-то делать особо с циферблатом, подчищать, подрисовывать, нет. Мы будем это исправлять, чтобы часы у нас получились. Во-первых, у нас не получится, потому что китайцы сделали целиковый циферблат. Этого диска GMT нету, естественно, да, который вращается отдельно, обособленно. Он просто нарисован. Поэтому мы будем использовать механизм Seiko NH. Какой там у нас он? 34. GMT Seiko. И добавим туда, естественно, GMT стрелку. Тем самым технически, да, с технической точки зрения, мы исправим этот косяк, и у нас получится все-таки часы GMT. Вот такая вот интересная история, друзья мои. И еще придется нам, поскольку у Seiko GMT я не нашел с диском даты на 6 часов. Суть в том, что циферблаты у этой Омеги и у нас, которые за спиной в этой копии, окно даты на 18 часов, на 6 часов вечера. А механизмов с диском на 6 часов вечера готовых я не нашел в продаже, поэтому диски продаются отдельно. Я докупил диски на 6 часов для окошка, и мы с вами будем еще менять диск даты, друзья мои. Чтобы у нас все было по фэншую, в елочку. Знаете, говорят, все в елочку, то есть это ровненько, иголочка к иголочке, чтобы все было красиво. Красиво, друзья мои, мы сейчас с вами и сделаем. Погнали, погнали, мои дорогие. Я переставляю камеру и наглядно показываю вам китайский косяк и как мы все будем это исправлять. Поехали, поехали. Канал Юра энд Юра шоу показывают. Не надо, скажи нам ничего показывать, мы сами тебе все покажем. Итак, друзья мои, поехали, открываем инет. Ну и вот, вот, друзья мои, о чем я и говорил. Куча представленных образцов, оригиналов. Омега Seamaster Aquaterra GMT World Timer. World Timer. Вот так вот они замечательно, смотрите, у нас выглядят. Да? Сейчас увеличу. И буду вам, сейчас найдем какую-нибудь прямую картинку. Да? А что так это самое? Ребит-то я не понимаю. Как-то ребит, ребята. У вас ребит на экране? У меня в камере ребит. Я не знаю, что сделать. Может, свет выключить? Получше будет. А так? Нет, так еще хуже. Так, не знаю, если подсветить как-то что-то. Нет? Какая-то фигня. Ну, потерпите, друзья мои, потерпите. Сейчас покажу вам, постараюсь быстренько показать. Вот это вот у меня лично на камере такие полоски. Не знаю, от чего это. Так, следующая картинка. Сейчас, вот. Ну, давайте еще часы. Вот, вот смотрите. Вот примерно такие часы сегодня мы с вами и будем делать. Вот он. Оригинальчик, видите, какие замечательные. Ну, убираем браслетик. Нам нужен, главное, нам нужен крупноциферблат, чтобы я вам все пояснил, где же закрался китайский косяк. Где у нас китайский косяк закрался. Вот, друзья мои, о чем я говорил, что я имел в виду. Видите, циферблат, да, у Омежки. И вот он большой, вот этот широкий, да, внутренний циферблат. Он закреплен, естественно, на механизм плотно и не шаволится. Дальше идет вот земля-матушка, гравировка, вот это вот, да, видите, глобус по центру. Тоже стоит мертво, не шаволится. И вот между ними, вот оно кольцо, кольцо GMT. Вот оно вращается. Значит, оно разделено у нас на две цветовые зоны. Темная зона – это ночь, естественно. И более светлая зона – это день. И вы выставляете GMT время по отметке. Да, и вам начинает диск крутиться и показывать второй часовой пояс. То есть стрелки, как обычно, показывают ваше местное время. А этот диск крутится
да, один наоборот в сутки он делает, как и стрелка GMT, и показывает время. Так вот, друзья мои, китайцы взяли тупо. И сейчас я вам покажу, где они ошиблись. То есть вот рекламная фотография оригинала. И здесь, как вы видите, как и во многих фотографиях, да, выставлено время. Вот это вот буква В, да, Victory, Победа. Ну, это такое часовая фишка. Фотографирую, всегда выставляют это время. И, соответственно, когда выставляешь время, крутишь, то и GMT диск тоже крутится. И выставляй, и диск крутится, и стрелка крутится. И выставляется, то есть, да, подкручивается вместе со стрелками, выставляется на определенное время. Понимаете, в чем дело? И вот китайцы, если бы стрелки стояли ровно на 12 часов все, то и диск GMT тоже бы стоял там на 12, грубо говоря, ровно бы он стоял. То есть было бы сверху 12, снизу 24 часа ночи. И вот в этом случае, если бы так сфотографировали китайцы и сделали копию, было бы правильно. Но они взяли и тупо сфотографировали, то есть перенесли копию вот так вот, как выставлено. И, соответственно, числа на GMT-диске смещены. Понимаете? Потому что их выставили на определенное время. Показывает циферблат. То есть он абсолютно такой же. У нас есть и темно-синий. Вообще, но я уже его сделал. У нас есть и темно-синий, есть и этот самый. А есть и вот такой посветлее, и зеленый еще. Так вот, напомню, что это состоит из трех частей, а вот у нас китайская копия. Вот у нас он хорошо сделан, все хорошо нарисовано, как вы видите, да? Точно такой же. Ну, цвет покажу вам еще другой, темный. И вот в центре диск. Он повернут точно так же, вот, как и было на фотографии. И числа смещены, что, на мой взгляд, неправильно. Потому что сейчас я еще попробую поискать фотографии, где стрелки или диск выставлены правильно, и покажу вам. Это, вот это вот, естественно, уже не исправить. И они такие часы с таким циферблатом делают. Вот с таким вот небольшим косяком визуальным. Но мы с вами, как и сказал, исправим это технически. Сейчас попробую найти, паузу нажму. Но для примера, вот у человека на руке часы и выставлено, да, у него другое время, и, соответственно, на диске тоже другая цифра. По-другому диск стоит. Не совсем как нам надо, еще раз говорю, нам нужно на 12, чтобы были стрелки. Попробую найти такую фотографию. Друзья мои, сейчас не могу найти время, чтобы не терять. Я когда просто комплект подбирал, видел фотографию где-то, но их тут миллион, сложно, долго буду. Вот примерно, да, здесь видите, чуть-чуть стрелки стоят по-другому, и чуть-чуть не дошло, то есть вот 24 часа до верха, и 12, вот как раз было бы под окошком даты на 12, да, и это было бы хотя бы примерно вот правильно. С визуальной точки зрения, да, вот хотя бы так как-нибудь китайцы, но я говорю, вот суть в чем? В том, что они просто тупо сделали копию с фотографии. Да, несмотря ни на какие технические характеристики или какие-то логические там последствия того, что они сделают. Возможно, им пофиг. Скорее всего, ну вот, есть и сделали, и сделали. Вот примерно вот так вот хотелось бы, да, чтобы 24 часа было здесь вот наверху ровненько, а 12 снизу. Должно быть так, хотя бы в копии. Было бы это, на мой взгляд, правильно. Но да бог-то с ним. Все, я переставляю. Суть вы поняли, да, их косяка. Я переставляю камеру и будем делать эти часы, пытаться исправить. Вообще часы интересные, красивые. Как вам? Что вы скажете? Думаете уже, да? Но еще увидим. У нас будет три цвета: светлый, такой голубоватый
и темно-синий. Зеленый был? Был? Есть. Да, зеленый. Вот зелененький будет еще. Подобный. Только здесь я не врубаюсь, отсвечивает или зеленый бейзель у него. Или отсвечивает. Или покрыт чем-то. Симпатичный корпус, но таких я никогда не встречал. Ну вот. Все. Все, друзья мои. Переставляю камеру и начинаю показывать вам и делать уже, приступим к разборке чуть-чуть механизма и к исправлению. Поехали? Поехали, мои дорогие. Итак, други мои, поехали вниз на стол смотреть, что у нас сегодня на сборке. Я уже два варианта собрал, сделал, да, поменял диски, все установил. И на третьем варианте вам сейчас покажу. Вот они уже сделаны, накинуты, все четко, все работает. Вот, сейчас покажу покрупнее, да, что у нас имеется. Значит, на борту у нас три одинаковых корпуса Акватера. Довольно-таки немаленький корпус. 42, если мне память не изменяет. Но померяем. Ну, 100% Акватера. Вот такой хороший корпус. С хорошей водозащитой на 100 метров. На браслетике все шикарно. Стеклышко сапфир. То есть одинаковые. Часы, по сути, одинаковые. Просто разного цвета, друзья мои. Так, эти пока в стороночку убираем, потом покажу вам все три цветовых решения. Далее. Вот у нас с вами механизм Seiko NH34A GMT с усложнением GMT. Да? К нему в комплекте идет еще здесь у нас компенсационная пружиночка, не забываем ее ставить перед циферблатом, да. Далее, други мои, вот здесь, как вы видите, диск даты на 3 часа дня. Обычный, классический, на 3 часа дня. Я не видел именно GMT. Да, обычные 35-е механизмы, они есть в готовом виде, в продаже. Можно купить, и мы делали с вами на ту же Омегу. Вот, а GMT я не нашел, поэтому этот диск даты нам придется снять и поставить купленный отдельно вот диск на 6 часов. Как вы видите, да, вот внизу у нас числа правильно стоят на 6 часов, то есть они читаются правильно. Потому что если здесь, как вы видите, посмотрим на 6 часов, они развернуты в сторону получаются. Нужно поменять. Как я покажу, там ничего сложного. Далее, естественно, у нас идет этот циферблат, который на GMT механизм тоже не подходит. То есть ножки у него одна пара всего на 3 часа дня, с этим проблем нет. Но технологическое отверстие по центру, которое, оно маленькое, под 35-й механизм. У GMT оси шире, естественно, да, потому что GMT стрелка, она с более большим кольцом, и нужно отверстие рассверливать 2,5 миллиметра сверло. То есть рассверливаем центр аккуратненько, да. Ну и стрелочки, я уже, они у меня чуть-чуть разного цвета, чтобы немножко были на контрасте. И здесь поставим вот такую, кстати, к счастью, появились уже некоторое время назад хорошенькие маленькие стрелки GMT для внутреннего круга. Есть циферблаты у того же Grand Seiko, у которых GMT разметка идет не по внешнему контуру, а внутри разметочка такая. Вот примерно как здесь. И поэтому по размеру вот эти стрелочки как раз сюда встают очень замечательно, как раз ровненько до этого круга. Вот, имейте в виду. Да, ну и классические стрелки Omega Seamaster, Акватера, там вот точно так же, как и в оригинале, друзья мои. Все, я сейчас все расчехляю и начинаем. Циферблат у нас готов. Будем готовить механизм, менять диск даты и готовить к установке циферблата. Поехали, поехали, мои дорогие. Ну что, подготовили, да, друзья мои? Готовимся. Подготовили инструмент. Что? Сейчас я вам покажу покрупнее все это дело. Постараюсь как-то показать. Похоже, ваш покорный слуга, дядя Юра,
первый, кто будет заниматься подобной херней. Но я не о смене диска, потому что диски ребята меняют периодически, часто, да и все, кому интересно это. Я вообще о ситуации, об исправлении китайского вот этой вот головоломки, да, то, что они учудили. Я буду, наверное, первый, кто этим занялся. Обычно, знаете, вот я что-нибудь анонсирую. Вот, ну и там пока, там что-то купишь, пока соберешься с деньгами. Кстати, не забывайте там он наверху карточки номер скидывать материальную помощь. Ну вот пока соберешься, мои коллеги по цеху, смотрю, уже сделали засранцы. Ну да бог-то с ними. Наверное, лучше ничего не озвучивать, а показывать вам уже. Итак, поехали. Сейчас буду укрупняться, да, чтобы вы все у меня узрели. Все, здесь ничего сложного нет. Ничего сложного нету. Да, где наша зубочистка? Вот смотрите. Диск даты на механизмах, практически на всех, он в свободном полете. То есть он в свободном полете, он у нас вращается там за счет, да, колес. Вот. И его удерживает, чтобы он не вылетел, не слетел, вот эта вот пластина. Вот эта пластина, которая вот зубчики, да, накрывает. И там он под этой пластиной бегает у нас. Значит, чтобы поменять, снять диск даты, нам нужно удалить вот эту пластину. Всего-навсего. Она держится у нас закреплена на четырех, именно вот на этом механизме, на каком-нибудь другом, может быть, не знаю, сколько там, разное количество штук. Четыре винтика. Вот, раз, два, что-то, да, раз, два, три, четыре. Все правильно, четыре винта, которые мы с вами должны открутить. Значит, перед этим, естественно, мы должны, как обычно, механизм подготовить, что я имею в виду. Нам нужно дать ему завод. Я делаю раз 30-35, ну 33 там, да, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Достаю, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три. Кстати, насчет завода. Друзья мои, вот многие клиенты мои, заказчики и другие спрашивают, нужно ли заводить часы с авто под заводом. Да, друзья мои, нужно. Нужно, еще раз говорю. Потому что авто под завод. Ключевое слово под завод. Он подзаводит. Понимаете? Маятник АПЗ не дает полного завода пружине. И никогда не даст. Хоть вы будете неделю носить, все равно будут часы работать в полсилы. Это нехорошо. Поэтому у меня привычка. У меня много часов с авто под заводом, и я все равно те, которые ношу, завожу ежедневно. Ежедневно, друзья мои. А люди думают, вот, что если есть автоподзавод, значит их вообще заводить не надо. Это не так. Нужно заводить, потому что автоподзавод не дает заряда пружины. Полного заряда. Понятно? То есть заводим. Всегда. И, наверное, еще сниму небольшое видео. Вот за несколько сотен сделанных механизмов впервые у меня, впервые. Ну и говорят, что пошла некая такая тенденция, что автоподзавод некорректно работает. То есть данный механизм рассчитан на двое суток с ним, в принципе, да? Что автоподзавод, если вот вы носили часы, положили, то есть, да, часы будут двое суток работать и не станут. И сейчас некоторые начинают жаловаться в последнее время, что хватает всего на сутки. Тому есть причина, друзья мои. Причина кроется в не совсем правильной установке вот этого груза АПЗ, этого ротора. У него есть определенное правило. Правило установки. Должна быть... Он должен ставиться по строго горизонтальной линии. Скорее всего, я сниму короткое видео и покажу, в чем причина и как это все исправляется. Все тоже элементарно. То есть, вот автоподзавод может быть некорректно работать, мало, то есть его хватает из-за того, что он чуть-чуть не по оси установлен. Вот, часы завели.
завели. Теперь я всегда проверяю, как у нас работают, да, собачки. Все, вот, пару-тройку раз дернули, все нормально, все работает. Дальше проверяем и, значит, выставляем дату. Ну, просто я выставляю, у меня тоже правило, такое манера, чтобы я ставлю одно и то же число всегда перед сборкой, чтобы знать, подготовил я механизм или нет. В данном случае, значит, поставлю, как обычно. Ну, и проверяем GMT. Работает, вращается или нет. Все работает, все щелкает. GMT-функция, вот механизм GMT, она переставляется такими рывками, щелчками. Не плавно, как заводится механизм, когда же переставляется дата, а именно с таким легким, ну не усилием, но щелкает. Вот если услышите, где наш микрофон? Вот щелкают колесики. То есть не плавно, а такими щелчками. Так, GMT работает, переставляем еще дату. Последнюю подкрутку я делаю не быстро, вот сейчас перемотка, вот поставил до четвертого. Теперь дергаем в последнее положение, останавливаем тем самым часы, срабатывает стоп-секунда. И теперь вращаем вручную, переводим дату, чтобы она у нас корректно срабатывала в 12 часов ночи. И в самый последний момент, видите, когда диск начинает прокручиваться, да, медленно-медленно, очень медленно докручиваете, чтобы она перескочила плавненько именно в 12 часов, чтобы стрелки у вас потом перескакивали. Но я ставлю всегда на 6 число почему-то. Где-то в районе 17 оборотов получается, нужно прокрутить, чтобы дата перевелась. И в самом конце очень-очень медленно. Смотрим на диск. Да, когда он у нас начнет ехать. Вот он уже поехал. Медленно-медленно докручиваем. Очень медленно. Чем медленнее, тем точнее будет перескакивать дата. Все, перескочило. Вот теперь у нас механизм остановлен и готов к дальнейшей работе и установке. Значит, берем и откручиваем. Где мои очки-то, парни? Так, нашел очки. Так, и теперь мы с вами откручиваем эти 4 винта. Так, они маленькие, аккуратненько с ними, как обычно. Так, ну я не пинцетом, чтобы пинцетом не брать, уже не лазить здесь. Вот взяли липучку, прилепили и, друзья мои, в какую-нибудь тару, в коробочку, там, не знаю, да, скидываете все это дело. Короче, откручиваем все 4 аккуратно. Ничего сложного в этом нет. Ну все, я откручу и дальше покажу. Готово, друзья мои. Все 4 винта удалили. Теперь берем или липучку, да, или липучку, или пинцет. И аккуратненько берем. Вот, подняли. Видите, на липучке. Вместе с колесами, да. Вместе с колесами и удалили эту пластинку. И вот у нас диск остался. Тоже берем его на липучку или пинцетиком. Подцепили. Ну, он, короче, просто вот. Вот взяли и сняли. Все. Готово. Теперь берем, друзья мои, диск на 6 часов. Взяли диск на 6 часов. Аккуратно, они хрупкие, тоненькие. Так, ну иди сюда, пинцет. Так, аккуратненько взяли. Ну и также нашли там, я найду сейчас 6 число. И также поставим, просто его берем и ставим обратно
сюда на механизм. Готово. Все, уложили. А теперь берем обратно пластиночку. Где она у нас улетевшая? Сейчас. Вот наша пластинка, да. И обратно ее укладываем на отверстие. Она у вас все равно по-другому даже и не встанет. Все на базе. То есть все выравниваем, да. Парни, мне просто через камеру, вы уж извините, особо ничего не вижу. Все. Вот теперь все легло, и здесь собачку, оп, сюда, чтобы защитить. Где вот это вот у нас колесо как раз даты, да, внизу вот это беленькое оставалось. Ну, короче, чтобы все было в отверстиях под винты и под колесики. У нас все встало на место. Ну, а теперь обратно берем винтики. Где они? Уже можно пинцетиком. Берем из коробочки, да, винтики. И ставим их на место. Закручиваем. Все четыре. Только не перетягивайте, иначе перетянете и будет плохо диск работать. Все, я сейчас закручиваю все винты и показываю вам дальше. Так, все, друзья мои, как и сказал, не перетягивайте винты, чтобы не закусило диск. И теперь, естественно, проверяем, как все встало, все функции обратно, то есть, да, чтобы у нас работало. Вот GMT щелкает, и дата у нас переставляется. Все, вот мы с вами и поменяли диск. Поменяли с вами диск даты. Так, сейчас обратно подгоним. Поехал. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, побольше, что ли, девятнадцать, двадцать один, ну, смотря как крутить, 22 получается, 23. Все, перескочил. Готово. Все. Наш механизм лишний в копилку пойдет, диск даты на 3 часа дня теперь, да. Значит, сюда мы все это дело продуваем перед установкой циферблата. Где наша пластинка, друзья мои? Ща пластинку потерял. Нашел пластинку, вот она. Вот так, где она? Господи, где камера? Вот такая вот пружиночка, пластиночка компенсационная. Мы ее просто одеваем вот сюда. Одели. Вот, а теперь берем наш циферблатик из коробочки, да? Из коробочки берем. Так, взяли аккуратненько. И накидываем. И просто его накидываем. И поскольку у нас этот самый все рассверлено, и ножки одни на 3 часа, то есть циферблат у нас встает сюда сразу в отверстие ножки, и все. Все готово. То есть подутопили сейчас его, и все. Так, други мои, подготовили все к установке стрелочек, да, то есть посадили мы вот циферблат, как и сказал, он сел у нас шикарно, поскольку ножек всего одна пара. Проверяем, естественно, смотрим, чтобы циферблат, да, вот видите, прилегал без зазоров к рамочке, к вот этой серенькой. Все готово, значит, теперь берем стрелочки, где они у нас? Опа,
вот сюда. Да. Вот у нас стрелочка раз. Это в топку. Так, вытрухаем это все дело на тряпочку. И основной комплект. И основной комплект тоже. Проверяем стрелочки. Сейчас посмотрим. Да, ну это-то наверняка чистое. Это у нас все чистенько. Если что, протираем. Ну и потом еще палочками протираем. Ну и поехали плавненько устанавливать. Первую, естественно, ставим GMT. Сейчас, парни, камера скачет. Ставим все строго на 12 часов, друзья мои. А очки-то я не одел. Да, красавчик, блин. Как я буду без очков-то? Секонд. Одел очкарики. Так, перехватываем стрелочку пинцетиком. Хотя можно было и этим донести. И через камеру ни хера не вижу. Но все, целимся. Накинули на оську. На 12 часов. Так, и палочкой ее придавили. Аккуратненько придавили. Вот, а теперь сейчас будем прессовать ее, выравнивать. Сейчас она, видите, у нас вон задирается кверху. Соответственно, напоминаю, палочкой давим. Куда наклоняем? В ту сторону у нас прессуется и наклоняется стрелка. Понятно, да? Вот и все. Так, что-то у нас попало. Сейчас я допрессую и пойдем следующее делать. Так, что-то я торможу. Надо же, наверное, стол поднять, да? Который вы мне помогли приобрести. Огромное вам душевное мое братское спасибо. Вот, на уровне глаз. Теперь зашибок. Вот теперь зашибок. Все, GMT-шку я прессанул. Она у нас стоит теперь отлично, ровненько. Ну и сейчас будем основные ставить точно так же. Ну а вот секунду можно ставить не на 12. Где мой микрофон-то? Так, ща, парни. Тихо. Ну, камера. Я прям, блин, как бы мне вас обойти-то, чтобы вам... Ща. Буква изю, блин, изогнулся вообще, тренда. Короче, накидываем на ось. Вот не из-за камеры, парни. Ось нихера не видать. Понимаете, в чем дело? Реально. Ха. Далеко. Ну вот, накинул. Все. Накинул, и сейчас тоже ее отпускаем. Вот, если она у вас не упала, значит, она у вас уже на оси немножечко. Сейчас нужно выровнять ее, прессануть, и все. Я ее прессанул, и сейчас мы запускаем часы. Стрелка побежала. Нам нужно дождаться, пока она дойдет до минутной, ну, то есть до всех остальных. Мы быстренько это все дело, оп, стопорим обратно. И вот теперь проверяем на параллельность. Но я вижу, что секунда немножечко завалена, поэтому будем сейчас ее еще выравнивать, приподнимать немножко. Она к основным сюда завалилась. Выровняю, чтобы все было строго параллельно. Все остальные у нас хорошо, три штуки стоят. GMT, часовая и минутная. Секундную выровняю и покажу вам уже три вариантика. Готово, братишки мои, готово. Все, наконец я победил. И буду, наверное, заканчивать на сегодня, потому что уже конец воскресенья. Я 7 дней, длинная неделя, отхерачил, отработал. Вот, надо сходить на пару дней на выходные. Ну и закончим. Сейчас пока покажу. Вот, смотрите, что же у нас получилось. Смотрите, три вот таких вот будет вариантика. Вот такое все разноцветное, красивое. И самое главное,
что мы добились функциональное, друзья мои. Да? Но поскольку есть все-таки расцифровка круг GMT, то он должен работать, друзья мои. И, соответственно, как вы видите, у нас здесь имеются стрелочки. Сюда я впендюрил желтенькую, да, ну, под зеленый цвет и под желтый вот на глобусе. Здесь, чтобы контраст был у нас такая голубоватая. И здесь, наоборот, посинее. Вот такие. Выбирайте, друзья мои, какой вам цвет больше нравится. Вот такой вот зеленый с вороненными стрелками, да, видите? Вот такой вот глобус у нас. Либо темно-синий, но фон я имею в виду общий, да. Вот так вот это выглядит. И либо циферблат посветлее, такой светленький, яркий. Тоже вот такой. Вот, други мои, как мы с вами победили китайский косяк. То есть теперь, да, поясняю. Мы победили китайский косяк, который они допустили в своем копировании. У нас имеется GMT-круг, расцифровка, даже если вот он у нас стоит, да, без движения, на нем эти цифры, вот они, да. И то, что они слегонца смещены, нас это не должно волновать. Почему? Потому что мы основные стрелки выставляем в свое положение, да, в местное время, а GMT-стрелку мы ставим, ну, куда нам нужно, допустим, там, не знаю, если у нас, допустим, 10 утра, то в каком-нибудь Лос-Анджелесе 10 вечера. Соответственно, мы просто ее подгоняем под 22 часа, и дальше она уже у нас крутится сама и показывает время в Лос-Анджелесе, грубо говоря. Вот и все. То есть с этим мы с вами справились. Теперь у нас полноценные будут Seiko GMT World Time. Привет, 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 парни, привет. Наступила среда, я отдохнул немножечко, вернулся. Ну что, продолжим дальше собирать наш хомажик на Омегу. Значит, все, у нас здесь все собрано. Нам осталось расчехлить, разъединить браслеты. Парни, я вот не снимаю шпильки вот эти вот, да, чтобы с ними не мудиться. Просто берем... И одну шпилечку вот здесь вот, одну шпилечку вытаскиваем. Так, что, мимо... Не попал в отверстие, епта. Так, вот, быстренько сняли. И значительно удобнее, да, вот когда корпуса с браслетами на винтовых шпильках там, то есть, ну, один винт выкрутил. И все, пленку порвали. Все, у нас разъединено, и можно начинать открывать и все прочищать. То есть сейчас все продуваем, прочищаем, как обычно. Потом будем подгонять заводные валы. Все, и накинем сейчас. То есть все три корпуса подготовим. Таким образом, здесь все продуем, здесь почистим и накинем. Поехали. Так, два готовы, заканчиваем третий. Да? Поехали. Все, контрольная продувка, прочистка. Снимаем сразу заводной вал. Где наша зубочистка? Так, где наша точка? Вон она. Не, надо сначала закрыть. Вот она появилась. Где? Вот она. Нажали. И сняли. Часики у нас побежали. Это слегонца накрыли. Берем корпус. Так, берем свежую берем тряпочку. И вот теперь очень-очень тщательно.
тонким слоем спиртика пофукали. Продуваем. Ну а теперь ловим, смотрим, еще фукнем. Почему фукаем? Потому что увлажняется, и если есть пылинки, они лучше как-то убираются у меня. Ловим, ловим, протерли. После каждой протирки вот эту вот штуку на ластике убираем остатки пыли. И сверху тоже убираем, потому что, чтобы было понятно, где осталось что-то у нас. Внутри или снаружи. Вот я вижу. И там, и сям. Сейчас. Если что, берем тоненький ластик и ловим. Вот у нас. Опа. Иди сюда. Поймали. Да, и главное ее так убрали. Изнутри убрали. Ну, друзья мои, вот на просвет, на свет вот так вот поворачиваете, да, под лампочкой. И внимательно под разным углом все это дело проверяете. Все чисто, чисто. Теперь открыли и быстренько накинули. Вот так вот, быстренько накинули, перевернули, положили. Теперь загоняем заводной вал. Так, примерно по центрику выставили. Берем колечко. У колечка, напоминаю, вот у нас прорезь для заводного вала, а с ответной стороны, с другой, видите вот эту маленькую шишечку, да? Шишечку. Маленькая шишечка, скажи, в штанах у тебя. А здесь в корпусе он выемка. Так вот эта шишечка и заводится вот в эту выемку, чтобы кольцо уплотнительное не крутилось, не проворачивалось. Понимаете? Вот и все. Все. Теперь у нас механизм стоит плотно. Слегонца криво, видите, вал ушел. Поэтому берем отвертку. Уперлись в крепежное отверстие, там, где под лапки вот винты сбоку здесь на платине. И, естественно, подкручиваем, двигаем, выравниваем заводной. Ну, вот из-за кольца он плотно стоит. Короче, вот, повернули его к серединке строго, чтобы он стоял. Все, у нас все трое часов загнаны внутрь. Теперь мы будем с вами укорачивать, как обычно, заводной вал. Напомню, нажимаем, для тех, кто впервые смотрит, нажимаем на втулку, чтобы она утопилась, да? И замеряем расстояние от начала заводной головки до начала корпуса. Штангель-циркулем вот это вот расстояние замеряем. Это лишнее. Его мы с вала должны отрезать. То есть сейчас замерим, вытаскиваем обратно ключ, снимаем головку, переносим это значение со штангель-циркуля на вал и обкусываем, обрезаем кому чем удобно, как, у кого есть какой инструмент. И подгоняем, то есть обрезаем децл подлиннее, там буквально на треть миллиметра, да, оставляем и потихонечку начинаем подгонять уже заводной вал. Опять же, да, накрутили, вставили, закрутили заводную головку на резьбу и посмотрели, остается щель между заводной головкой и корпусом. Если остается, вот эту щель и нужно убирать потихонечку. То есть подгоняем, чтобы у нас заводная головка плотненько встала к корпусу, без зазоров и щелей. Вот тогда будет правильно и будет хорошая водозащита. Все, я сейчас подгоню заводные валы. По большому счету подгоняю валы, ставлю, да. Дальше здесь все продуваем, чистим. Силиконим прокладки.
Все. Закрываем часы, соединяем браслеты и смотрим на готовые наши часы. Seiko Seamaster, да, Aquaterra GMT. Поехали.
команды. Закончена эпопея, парни, закончена. Готовы узреть замечательный хамажик Seiko Seamaster Aquaterra GMT World Timer. Встречайте, барабанная дробь, как обычно. Вот они, красавчики. Начинайте уже выбирать цвет, какой вам больше нравится. И прошу вас написать, как вам в принципе данные часы, да? Стоила ли овчинка выделки? Получилось ли у нас исправить китайский косяк? Как вы думаете, как вообще, что вы думаете по этому поводу? Ну, смотрим, друзья мои. Вот такие вот получились часы. Мы их сейчас сравним тоже с картинкой оригинала. Но у нас это выглядит вот так. Это у нас зелененькие. Да? Запустили. Все побежало. Головочку навернули. Очень удобная головка у этого корпуса. Она такая на конус немножечко. То есть хват такой удобный, хороший хват. И довольно-таки крупная. Поэтому очень-очень удобно. Ну и вообще корпуса, как и говорил, приличные. Так, протереть надо что-то. То есть у нас тут и сатин по торцам, и полировочка по граням. То же самое и с браслетиком, да? Ну, пленочки если не снять, то есть вот у нас сатинчик, и в центре идет полировка. Вот такие вот замечательные часики с глухой крышкой, водозащита 100 метров, все на резьбе, все, все четко. И рабочая GMT функция. То есть, чего мы добивались? В общем-то, мы этого и добились. Да, что теперь у нас, ну, не знаю, цифры в глаза, в общем-то, не бросаются. Да, мы знаем, что вот этот диск внутренний GMT стоит, как по мне, не совсем правильно. Но GMT-функция все равно будет показывать точное время, потому что мы выставляем так, как нам надо. И стрелочка будет указывать на нужное время, да, потому что она будет вращаться и показывать. Вот и все. Мне кажется, мы исправили ситуацию. В принципе. Вот. Что вы вообще думаете по поводу вот этого китайского косяка в их стремлении скопировать все очень точно? Да? И вот эта очень большая точность, как они копируют по картинке, приводит к подобным казусам. Так, зелененькие, да? Дальше у нас идет такой нежно-голубой цвет тут всякий. Ну, он такой серо-голубой, скажем так. Серенький, переходящий, да, в небесно-голубой цвет. Я имею в виду основную часть циферблата. Вот такие вот, да? Вот такие, запускаем. Сейчас мы их все померяем и по габаритам и на руку прикинем. И темно-синенькие вот такие. Все, тоже все работает. Вот у нас троица. Троица. Выбирайте, какой цвет больше все-таки вам нравится. Да? Так, что у нас еще? Проверим люминофор. Сапфир был заявлен. Ну, давайте. Так, много. Ну все, здесь везде сапфир. Даже очень сильно, очень высоко, смотрите, задирается, да, почти до конца. Все нормально с этим. Так, по габаритам корпус. Поехали смотреть. 42, если мне память не изменяет. 41 с половинкой, да? А в длину... 48. Ну, толщина условная. Как обычно у всех, как и говорю, что это обусловлено толщиной механизма, в принципе. И браслетик на 20. Да. Есть, да? Так, с люминофором что у нас пока? У нас тут фонарик с вами. Дадим немножечко. Ну, сейчас свет этот вырублю. Синяя подсветка на метках и стрелках. Юрка, выруби большой свет на секундочку. Итак, смотрим. Ну, у вас я вижу зеленая, но вообще, мне кажется, она синяя, голубая такая синяя. Ну, светится. Включаю. Спасибо.
Люминофорчик есть. Сколько держит, не знаю. Надо смотреть. Так, ну и на руке давайте прикинем их, как они у нас на руке будут смотреться. Я сегодня в пузыре. Хамаш на корм, да, от компании Reef Tiger. Юркеш мне когда-то подарил. Ну, давайте зелененькие. Пряжка бабочка. Да. Такая классическая бабочка. Запястье 18,5. Запас есть под более большое запястье. Наверное, там до 20 с лишним. Потому что прилично, видите? Много, большой запас. Шпильки здесь обычные, проволочные, то есть выталкиваются. Ну и вот так. 41 с копейкой корпус смотрится на руке. Небольшие, не маленькие. Нормальный средний размер часов. Да? За запястье не уходит, не сваливается. Так что вполне прилично. Но можем все три померить, чтобы понимать, какой цвет на руке как смотрится. Все это уйдет у нас, как и обычно, на Авито в свободную продажу. Так что жду вас там. Ну вот так. Вот так. Выбрали? Напишите обязательно, добились мы результата или нет, как вам вообще подобные часы. Сейчас переставлю камеру и пока сравним их с оригиналом. Напоминаю, вот у нас оригинал, темно-синий, да. Как вы видите, диск GMT, вот семерочка у нас на уровне часа дня. И вот именно так наши друзья в Чайнатауне и скопировали. Скопировали, болваны, извините меня. Ну а кто? Скопировали, взяли вот точно-точно эту картинку, грубо говоря. Понимаете? Тем, чем допустили ошибочку. Вот, ровно то же самое. Сравниваем. Только у нас добавлена теперь стрелка GMT. К этому у нас нерабочему диску, да, в отличие от оригинала. Ну вот. А так в целом все остальное то же самое. Думаю, что вы отличий не видите. Да? Что у нас еще здесь есть? Так, белых у нас нет. Темно-синие, опять же. Темно-синие. Ну так. Белые, зелененькие посмотреть бы не мешало. Так, серенький. Ну, нет, это не зеленый какой-то. Ну, на мой взгляд, все очень похоже. Но, естественно, здесь внутренний у нас круг из титана, гравировка, у нас там рисунок. Так, ну вот зеленые, ну... Немножечко цвета, не знаю. Смотрите. Вот зеленый такой. И у нас вот такой зеленый. Тоже золотые метки здесь на зеленом. Золотые стрелки. Но у нас вороненые стрелки с золотыми метками. Примерно вот так. По отношению к оригиналу. Ну вот. Все, друзья мои, я жду вашего резюме. Сейчас переставлю камеру и попрощаемся. Вот и закончена эпопея, парни. Вот и закончили. Долго у меня руки не доходили все до этих трех часиков. Ну, наконец, собрались и сделали. Да? Глаза боятся, а руки делают, друзья мои. Напишите, пожалуйста... Все-таки еще раз вас прошу, какие из этих трех цветов циферблат вам больше понравился? Понравились вообще эти часы или нет?
Что вы думаете по поводу переделки моей? Что вы думаете по поводу китайского этого косяка? Да? Вот бывают у них такие казусы, бывают, да? Напишите, пожалуйста, ваш комментарий. Значит, что нас ждет в ближайшем обозримом будущем? Будем делать еще камасутры, разные эротические позиции в других корпусах. Там человек выбрал, ну, что-то еще. Что-то еще у нас много. Надо закончить еще видео по сборке массовой небольшой Юрику на днюху. Часы почти закончили, тоже покажу все это. Дальше у нас... Бронза 45 мм, которую я, возможно, себе на ДР сделаю. Так что, как обычно, будет много интересного. С канала-то никуда не уходите. И вон там номерочек наверху, видите, под названием канала. Посильную помощь жду по-прежнему. Друзья, очень много уходит на комплектующие денег. Просто трындец. А вы же помните, я после капиталки бедный, да... Ну, шучу, не бедный, нормальный. Но тем не менее, все, другие мои, братья, я вас по-братски обнимаю. Желаю вам здоровья, процветания и благополучия. Всего вам самого хорошего и увидимся в новых сериях. Пока-пока.